Добрый вечер. Мне очень приятно стоять на этой сцене, в этом зале, видеть мэра неравнодушного к детям, к детскому творчеству. Потому что, поверьте мне, не в каждом городе мэр приезжает на подобное мероприятие. Когда власть поддерживает детей, детское творчество, это очень важно. Когда поют дети, поют ангелы. Мне очень хочется, чтобы у вас у всех были свои ангелы, которые бы всегда пели, которые бы охраняли вас и давали возможность нам с вами общаться каждый день, каждую минуту, каждый час, несмотря на то, что мы будем друг от друга с вами. Чтобы в наших сердцах всегда была любовь, доброта и дружба. Потому что песни, танцы и наши ангелы. И больше ничего. Я живу в городе, который раньше назывался Кёнигсберг. Это город Восточной Пруссии, в который пришли россияне в 46-м году. В нашей области добывают такой камень, который называется янтарь. Для меня и для моих людей, которые живут на моей земле, янтарь – это наши сердца. Я хочу, чтобы сердца всей Калининградской области, сердца всех наших детей российских были у вас, в вашем городе. И чтобы вы, когда посмотрели на эту картину, сразу вспомнили, что есть такая Щедрина, есть такой Калининград, что мы вас очень любим и всегда будем помнить о том, что у нас есть. Давайте. Около.